себе чувствуете? Чувствую прекрасно. Полина уже не турбує повністю. Реабілітація пройшла хорошо. Можете їсти? Является бугристостью большой берцовой кости. Проблемы именно возникают по краю собственной связки надколенника вот в этих зонах. Здесь у нас идут нервы, в этих местах нерв дает разветвление. Получается, на месте разветвления образовались фиброзные тяжи. Они давили на нерв и вызывал дискомфорт, боль. Операция заключалась в том, что мы обезболивали данные участки специальным инструментом, называется фибротом, который как бы сам придумал. Это как толстая игла или как копье. Мы прокололи, и в подкожном пространстве вот эти тяжики, которые давили на нерв, мы их подсекали. Позвоночника, как шейном, грудном, так и поясничных отделах. От степени тяжести независимо, то есть оперируем и легкие формы, для того, чтобы мы оперировали их сотрудников. Операционное поле. Спиртом смываем йод, чтобы не было ожогов. Бескровно, безболезненно, и после операции полутора-двое суток никаких болей не бывает, и пациентка себя чувствует комфортно. Да? Валентина Ивановна, делаем глубокий вдох, выдох. Умница. Было больно или нет? Нет. Хорошо. Сейчас мы обезболиваем очаг.